Здравствуй, дорогой друг! Предлагаю пройти на карту Антиутопия 2029 и собрать там все коллекционные предметы. Если же я что-то пропущу, дорогой друг, можешь добавить в комментариях. Поехали! Начинаем мы в этой локации, возвращаемся обратно. Сейчас объясню, почему. Здесь у нас лежит одна из собирашечек. Выходим на улицу. Объясню тоже зачем. Здесь около одного из автобусов на дереве висит собирашечка еще одна. Берем. Идем дальше вот в автомобильный салон. За, скажем так, новым средством передвижения. Берем его. Здесь в коробочке собираем еще один. Далее, дай боже, не запомню. Да, вот на улице выходим, берем еще штучечку. И дальше, ребятушки, следуя опять же через бар, ну получается, да, что опять этой же локации, мы спускаемся вниз. Здесь по пути обнаруживаем первую штучку. Что ты будешь делать? Штучка браться не хочет. Штучка не хочет, чтобы ее взяли. Безобразие. Спускаясь вниз, находим еще одну. Далее. На палетах сверху мы видим следующий наш собирательный предмет. И вот здесь вот, на помостке, так сказать, еще одна штучка. После проследуем наверх. И здесь сразу по правую руку в заборе торчит еще одна коллекционочка. Вот мы видим, что собрали мы все штучки. Далее поднимаемся наверх. И вот здесь вот, около деревца, будет еще одна фиговинка. Далее идем вот сюда вот до забора. Здесь опять же висит очередная штучка. После чего мы с вами идем вот в этот проем, да, поняли? Сюда в этот проем. Здесь берем, пробивая стекло, два раза, три раза, четыре, хорошо, 5-10 раз можно сделать, лишь бы получилось. На пульте охраны забираем еще одну коллекционочку и выходим на улицу. После того, как мы вышли на улицу, вот здесь вот наверху можно будет взять еще одну штучку. Идем прямо по этой улочке и доходим до этого открытого помещения, после чего идем вот в этот проулочек и здесь смотрим на балкон. Видим там коллекционочку еще одну, берем ее, шлепаем до вот этого места. И вот здесь вот в стеллажах лежит еще одна коллекционочка. Забираем, идем дальше, выходим вот сюда. Здесь дальше по трубам вверх и спрыгивая здесь, видим машину. Внутри машины на заднем сиденье находится коллекционочка. Дальше мы отправляемся с вами в отель. В отеле, значит, смотрите, сразу же на стойке возьмем одну из коллекционочек. Далее мы с вами пойдем в сторону кухни по этому коридору. В кухне будет в этом месте, в духовке, находиться следующая вещица. После нам нужно будет найти лифты. Выходя вот в эту дверь, мы отправимся с вами на лифты. Нам нужен второй проем. Вот он. Собираем здесь на второй от лифтов. Дальше возвращаемся. Нам нужен с вами второй этаж. Поднимаемся по лесенке. Следуем еще дальше выше. Проходим дальше. И здесь нас ждет еще одна коллекционочка. После этого мы огибаем. Нам нужно попасть вот на ту сторону. Огибаем, огибаем, огибаем. Так. Обогнули. И вот там вот на стоечке мы видим еще одну коллекционочку. После чего мы спускаемся вниз. Да, спустились мы вниз и идем вот в этот выход. Здесь, в этом прекраснейшем месте, мы на вентиле найдем еще одну коллекционочку, ребята. Вот так вот. Все несложно и не затейливо у нас выполняется. Идем далее по коридорчику, поэтому до упора и вот в улочке оказываемся такой, да? Знакомое место, правда? Смотрите, здесь какие моменты есть. Первая коллекционка, видите? Ее можно прямо отсюда даже увидеть. Вон она там болтается. Берем раз. И берем два. Все. Здесь мы собрали, что могли. После этого нам с вами нужно проследовать вот в этот закуточек, дабы собрать оставшиеся штучки. Раз. И
Два господа. Все. Ну что же, дорогой друг, это были все приметы на карте Антиутопии 2029, которые я смог найти. Если понравился видос и был полезен, то поставь свои большие пальцы вверх, подпишись на канал и распространяй видео среди всех своих знакомых. Благодарю за внимание. Stay safe and brutal. И до встречи. Пока.